«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Так. Нет, стоп. Надо вот этим. И не туда, а сюда. Так, Magic на front door. Да без проблем. А, стоп, сначала разбить надо, что ли? Ну да. Так, разбиваем. И пошла! Черт, не туда. Отлично. Come on, quick! Prepare to die, new kid. Don't let him get to the tower. Так, ну здесь вроде ничего нету. Там ребята меня захотят убить. Oh, geez. Черт, я не успел его ударить, и он причем ударил первым. You scared? Да нет, я не испуган. Хотя у тебя реально хрена ХП. Вот поэтому у меня было много с ним проблем. Так. Ну сейчас у меня с ним, по идее, не должно быть много проблем, по той причине, что я могу его теперь вырубать. Давайте, собственно, его первого и атакуем. Да не, сейчас, по идее, не должны навалять, но он реально сильный. Ну, то есть, если не знать, как что тут делать, то... Там было бы больно. Блин! Так, еще от этого заблокировался. Отлично. Хорошо прошло. Черт, устойчив. Давайте. Так, сделаем. Чувачка стошнило. Так, Не надо вырубить вот этого. У него ХП до хрена. Черт! Не туда! Черт, не того вылечил. Так, мяч не пойдет. Да все-таки попробуем его дубинкой атаковать. Да, отлично. Надо было сразу с дубинки начинать, он еще отравлен теперь. Так. Баттерс, полечись. Достал уже. Все время ходишь, как непонятно кто. Все время не леченый. Блин, я не представляю, что бы я с ним делал, если бы он был. Если бы он был нормальным и не блевал. Пока! Так, а у второго чувачка сколько осталось хп? Хотя у меня выбор-то не особо большой. И бей! Ну вот, Дески никто почти не навалял. Так, отличненько. No hurry, douchebag. The princess is just being raped. Так, ну что, нам надо спасти принцессу. У нас выбор-то не особо большой. I know you want to get the most out of this game, but our friend is getting raped. Так, а вот здесь, кстати, можно что-то еще поискать. Ага, вот, отлично. Мы нашли еще одну большую аптечку. We gotta get to the princess! Wait a minute, listen! They're raping the princess right now!
Черт, они насилуют принцессу. Только прислушайтесь к этому ужасу. Собственно, как вы уже догадались, сейчас тоже не обязательно вовсе сражаться с нашим противником. Точнее, что-то я не то сделал. Надо сначала вот эту вырубить. Вот. Теперь сюда, а теперь... Да, мы убили его! Одним словом, мы победили, мы крутые и все такое. Теперь нам надо что-то сделать. Так, 2052. Вот все-таки давайте будем, наверное, использовать вот этот, который у нас есть сейчас меч, потому что я посмотрел, он все-таки более хороший. Так, что нам здесь дается? Хрень, хрень, хрень. Угу. Дальнобойные атаки на 5 больше урона. Слушайте, ну плюс даже, чем минус. У нас как раз нет в головном уборе ничего. Можем взять с собой. Отлично. Так, теперь способности. Способности. О, нам дали еще одну. Ты, сломя голову, бросаешься на врага. Если прием выполнен идеально, неприятель лишается брони и щитов. Угу. Давайте будем вот это прокачивать от звука расплющенных. Окей. Princess Kini, how badly did they rape you? I can't get through. The door appears to be enchanted, so I can't turn the knob. You can't hold the doorknob, Bard. That's cheating. Yeah, I can. I have the stick of truth, which means I control the universe, and I say holding the doorknob is okay. Can he do that? He has a stick of truth. He can do what he wants. Damn it! There's got to be another way into this room. Sure. Hey, let us up! You're not getting up here. The ladder's up here with me, and I'm sure as shit not coming down there. Спорим, что спустишься. Well, looky what we got here. I'm coming for you, baby. Oh yeah. Oh, those are some big old bitties, man. Oh man. Good job, Princess Gone Wild. Double D buddy powers. Ну, вы поняли. Так. Ну, все. Давай, кидай. Чёрт! Я думаю, вот эту. Отлично. Мы их вырубили. Так, само очарование, способности. Ладно, я покажу вам интересную магию от Кени. Кени поцеловался с крысами. Причем это дает дебаф на обоих. Я ужасаюсь от этой игры. Так.
Так. Теперь что нам надо сделать? Черт, на ту сторону. И вот так. Так, нам дали перчатки эльфа. Что у нас здесь еще интересного есть? Пока не вижу. Что-то разбить, что-то взять. Что там это, кстати? Что-то там лежит. Оу. Кажись, мы с чердака пробрались. You've nowhere to run, Bard. Give me the stick of truth. Take it from me if you can, Wizard King. Step forward now and fulfill your 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 destiny. You are no match for a grand wizard. The stick belongs with us, and I shall use every bardic power in my class to keep it from you. Fine, you want to throw down, bro? Kick his ass, douchebag. Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you, and he's about to teach you some manners, bard. Давайте поучим его манерам. Ну или он нас, с учетом того, сколько у него здоровья. Set him up and knock him down. Так, за мага, я помню, сбил их, блин, всех сразу. Здесь придется бить по отдельности. И... лучше магию не тратить пока. Так. Давайте попробуем использовать магию Кенни на крыс. Это будет сложно, но я справлюсь. Надеюсь. Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now put your mind to rest. Итак. Не укрывать течение, сейчас мы его еще попробуем усыпить, точнее. Да! Его еще и тошнит. Палка-тошнилка. Теперь. Сейчас мы его вот. Слушайте, за воина, блин, легче проходится раз в 10, наверное. Вы даже не представляете, сколько здесь геморроя было, когда я проходил абсолютно то же самое, но за мага. Поцелуй его, Кенни. Пусть его тошнит в 2 раза больше. Так. Давайте еще раз. На. На. Не знаю, мне чем еврей не понравился, тем, что... Ну, как вам сказать? Там, походу, каждый прием очень требует много внимания для себя. Поэтому он очень сложный, как класс, для меня показался. Может, я, конечно, ошибаюсь. Может, он на самом деле реально имба. Так. Ну, удивительно то, что мне его до сих пор пока не навешали, и мне круто. У него осталось 99 жизней, и навряд ли он успеет нам снести все наши жизни. Черт. Давай, Баттерс. Покажи ему всю мощь. Он нас даже не ударил. Да. Так, ладно. Find his running shoes. Just kidding. Я, к сожалению, кстати, еще вот
для себя не играл пока за вора. Я не знаю, насколько это круто или не круто. Да-да-да, она небезопасна, бла-бла-бла. Нет, я думаю, у нас палочка получше будет. Так, а здесь чего? При атаке. Угу. Нет, у нас все лучше. Stick of truth is back where it belongs. Great job, men. Douchebag, for your heroic deeds and valiant self-sacrifice at the great battle of the Giggling Donkey, I hereby make you an official member of the Kingdom of Koopa Keep. Welcome to the KKK. It's getting late. The Grand Wizard needs to go night-night. Okay, Mom, thanks for pointing out bedtime for everyone. It's a school night, hon. You and your little druid friends need to- We're not druids, Mom! We're fucking warriors and wizards! That's it. You're going to bed. The rest of you better get home, too. Собственно говоря, я не помню, кто там спрашивал про то, как пройти инопланетян. Вот, но сейчас мы это увидим. It's late, hon. Your parents will be worried. Вот, я, по крайней мере, постараюсь показать вот главу с инопланетянами, вот идеи всю, потому что я прошел там все, абсолютно все. Ну, касаемо инопланетян, в смысле. Вот, даже нашел того чувака, который там орет все время, что на записях. В общем, сейчас все увидите сами. Так. Давайте возвращаемся домой, ложимся спать. Well, there he is. You make any new friends, sweetheart? Что, смотрите, шутка юмора. What a surprise. It's late, sweetie. Go on up to bed, and I'll be there to say goodnight. Я вот не помню, но когда я возвращался домой, я мог с ними говорить. Ага, вот. Go on to bed, sweetie. I'll be up to say goodnight. Your mother said get to bed. Now do it before you get grounded. Ага. Ну, в общем, суть в том, что я с ними могу пообщаться, и причем... Мама скажет, о, сколько у тебя друзей, там, типа, давай я тоже стану одним из твоих друзей. А папа скажет, у тебя слишком мало друзей, чтобы я был твоим другом. Это как-то печально. Good night, little man. I hope you're as happy as we are. Everything is going to be better now that we're in this quiet little mountain town. Вот сейчас вот будет миссия специально для Элкина. Надеюсь, он сейчас смотрит. What's happening? Oh, Jesus! Jesus Christ! Oh, can we try the big silver one again? Your first time getting probed? Yeah, it's a pain, but this is the kind of stuff you put up with living in a remote little mountain town. At least we don't have to deal with traffic. Hey, you broke free! Kid, you have an incredible control of your asshole. Get me loose too! Uh,
В общем, я надеюсь, что... You must have broke off part of the probe, and now you can control it with your sphincter muscles. Pretty cool. Надеюсь, что Элкину понравилось то, что мы видим. I'm surrounded by some kind of force field. Go find a way to shut it off. When you break me free, I can show you how to get off the ship. На самом деле, это кто смотрел как бы South Park, тот поймет и вспомнит, что такая вещь у них уже была. Им приходилось так извращаться. Ну ладно. Я думаю, все и сами все хорошо помнят. Эй, за что Элкину предупреждение? Так. Стоп. Ну, быстрее меняйся. Чё? Так, надо быстрее успеть. Меняйся. Сюда, сюда и нападай. Отлично, вроде успел. Му-му. Му-му? Что? Прости, что? Так, ладно. Му-му-му-му-му? Гребаная корова. Отлично, защиту сломали. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, потише. Теперь с тобой можно и поиграться. Му-му-му-му-му. Да, мы их снова сделали. Нам даже инопланетяне нипочем. А вот сейчас, кстати, нам, на мой взгляд, дали одну из самых имбовых пушек в игре. Вот она. Она офигенна. Ой. Так, сейчас давайте попробуем посмотреть, что у нас здесь есть. Блокировка, фиговка. Убрать. Так. Изменить. Огонь. Отлично. Кстати, там тут шлем пришельца еще дали. Еще нас раздели. Вот, точно. Я тут стою и думаю, что-то не то. Все, теперь все отлично. Oh, hey, there you are. Oh, yeah, yep, that's the Lambda containment block. Take that elevator next to you. The probe in your asshole should interface with it. Так. Great, you're in. You're looking for a security console. Should be one above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor. Yeah, I know this stuff. Can't remember which one you want though. Been a while since I did this. Но я к тому, что это самый имбовый для начала лук. Тут играть поначалу самое-самое то. Ой. Зачем я так сейчас сделал? Сейчас не надо туда. Так. Отлично. Теперь еще нам надо вниз. Переключить. Эй. Вот. Что-то он не хотел активироваться. Так, сюда. Сюда. Эй.
Эй. Ну ладно. Иди сюда. Иди сюда. Так. Му-му. Му-му. Хренаму. Так. Му-му-му-му-му.